Видеоконференции в последнее время невероятно популярны. Сегодня с одной стороны экрана жители региона, с другой – уполномоченный президентов ЦФО Марат Зязиков. На вопросы заявителей в кабинете должны отвечать ивановские чиновники. Бывший президент Ингушетии должен ускорять решение вопросов. С этой миссией он прекрасно справился. Нина Балашова – председатель ТОС. Она 5 лет обивала пороги кабинетов, чтобы добиться решения дорожного вопроса на своей улице. Письма писались неоднократно и предприятиями, которые находятся на улице Суздальской, и непосредственно мной, подписанные жителями. Но решения были приняты только ямочный ремонт литым асфальтом. Хорошего результата это не приводило. Быстро это все разбивалось, выбивалось. Обочины, там уже канавы самые настоящие. Всего 1 километр дороги, остановочный пункт и тротуары. Чтобы добиться ремонта, горы исписанных бумаг, килограммы переписки с властями. Сегодня на приеме у Марата Зязикова вопрос решился быстро. Чиновники обещали сделать дорогу до 1 августа, уже и деньги нашли. На этот злополучный километр трассы, разбитый большегрузами, 14 миллионов рублей. Самое главное, конечно, дороги. Все дороги, они ведут к людям. И вот когда человек выходит в дорогу, если он винит дорогу, а не себя, то это очень плохо. Вот. А чтобы ни дорогу не винил, и себя, чтобы не винил, должны быть хорошие. Ямочный ремонт надо делать поменьше, а чтобы дорога была хорошая. Это так, мысли вслух. Видеоконференция прошла успешно, констатировали присутствующие. Все 6 озвученных вопросов будут решены положительно, причем в самое ближайшее время. Тенденция делать все быстро, только после указки сверху, актуальна в регионе и по сей день. Мария Авдеева, Олег Милехин, РТВ Иваново.